Мы гуляем. Герда, пойдем. Герда, пойдем, пойдем. Ты же шла только. Кутя, 4 взрослые собаки. Нельзя. Вот нахер ты подошел. Линда, вот все. Ушел отсюда, нахер. Сволочь, вот как, да, гуляй? Ушел. Молодец, Линда. Блять. Вам повезло, что я не со Спайком, не с Киар вышел, а хотел с ними выйти. Просто так получилось, что Линду взял. Вот как, друзья, вот как? Это ж явная драка была бы. Как подходят. На стойке угрожающе. Да и вообще нихер подходить, мы гуляли на поводу. Это вот далматинец, это вот, ну, она не беспризорная. Вот я сейчас должен бояться. Да нихера, сейчас я возьму следующих, буду, бля. Вообще посрать, кто подойдет. Плохо знать, что вот разнимать чужих собак, они же этот самый, укусить тебя могут, это же дворняжка. Молодец, Герд, мамочка. Всю дорогу сюда тащил ее. Сейчас поняла, пойдем, молодец. Не знаю, надо это все-таки брать с собой. Как его? Пневмат или как его, чтоб хотя бы боялись подойти. Ну, друзья, я имею же право так погулять просто, да, с собаками, спокойно, мир. Вот зачем мне намордник, когда на мою собаку будут лезть, это просто кобель, он понял, что это сука. А если бы он понял, что это кобель, ну, если был бы у меня кобель, он бы рыпнулся. А я должен, значит, обходить ситуацию. Ну, почему я должен это делать, если хозяевам и всем остальным по барабану? Не собираюсь я прятаться ни от кого. Убегать, намордники одевать. Пошли нахер, честно говоря. Молодцы. Я что такое? Я гуляю с питбулями, боюсь гулять. Это вообще что такое? Ну пусть как говорится, нарвутся. Все еще раз не захотел. Вообще посрать, честно. Я уже настолько осточертело, вот это погулять не могу спокойно со своими. Они кидаются на кого-то. Ну, когда подойдет близко, начнет рычать на моего. Конечно, мы. Да, они уже бедные, боятся всех этих моментов. Постоянно кто-то что-то. Молодец, Герочка. Постоянно кто-то что-то нападает, провоцирует. Конечно, уже мои собаки, особенно Мусса, уже горький опыт имеет. Пойдем, Герда, пойдем, пойдем. Застопорилась, звуки услышим. Молодец. Молодец, молодец. Первая прогулка Герды. Вот такая. В общем. Была бы Киара, да, я по барабану, чтоб тот кобель подумал, что она девочка, не девочка. Линда, ты получила. Она уже за курями побежала, когда все. Линда. Линда! Невоспитанная. Что у вас там, на российский курение было, что ли? Или были до тебя? Ну все, в принципе. Выключаемся. Нельзя. 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 Молодец, блядь. Все равно.
взял друзья Спайка, потому что не хочу щенком брать. Потому что если на нас нападут, то... Ты еще монстр, Спайк, ты еще тянешь, ёб-макарёв. Тебя еще силёнок хватает. У нас сегодня семейный обход, Снежана с ребенком гуляет. Я спитаю. Что-то у меня силы сегодня есть с утра. Прям такие, думаю, как раз погулять. Спокойно, Спайк. Вот эти уходят, молодцы. Это правильно. Дворняжка должна думать о своей безопасности. Они как минимум не питбули, чтобы газовать. А у нас питбули на поводочке. Вон, 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 сволочи идут. Друзья, блин, посмотрите. И честно, я уже в ахере. Сейчас, Снежа, подожди. Вон. Нет. Вот мы гуляем, никого не трогаем. Я тебе гавкну, сволочь такая. На свечном возле магазина что-то происходит. Кошки здесь обезьяны. Ама-то чувствуете, Спайка. Пошел, блядь. Пошел отсюда нахер. Суки такие, блин. Нельзя, Спайк, тормоза на них. Спайк, нет, нет, нет. Видите, когда я пошел, говорю, они злятся. Чувствуют угрозу. Но, спокойно гуляю. Эй, ты куда пошел? Спайк, иди сюда. Спайк еще монстр. Это хорошо, что они отбегают. Значит, есть вариант избежать драк. О, хозяйка вышла, загнала его. Все, теперь можно и щенками. Иди сюда, Спайк. Иди моего красавчика. Сейчас бы Киара уже бы скулила бы, орала. Монстр. Ну как он к Линде подошел? Я вроде сказал пару раз. Но я знал, что Линда все равно девочка. Выросла на улице, она знает, что такое дворняжки и все такое, как с ними общаться. А Киара сходу бы лупанула. Красавчик.
Так что так, друзья, нету целенаправленности, чтобы подрать. Нет, просто я в натуре боюсь уже гулять, уже как... Я устал, честно, мне вообще посрать. Кто что скажет? Я хочу гулять, я не должен бояться. Почему я должен бояться? Да вообще плевать, у меня что, убийцы какие-то, они адекватные собаки у меня. Очень адекватные, я считаю. Я в Майкопе гулял с собаками спокойно, а здесь я не могу по хутору долбанному гулять, вы понимаете? Вот что обидно, что я имею право гулять, у меня собаки воспитаны, спокойно идут, никого не хотят порвать, пока их не трогают. Спайк, ну что, я тебя сглазил? Спайк, ты что, малыш? Если нас не трогают, мы не имеем права, Спайк, газон. Это неправильно. Ты у меня умный мальчик. Просто достали уже реально. И меня, и моих собак. Вот просто встаньте на мое место. Вы завели питбуля и не можете по хутору гулять. Спать сюда. И не можете тупо по хутору погулять, потому что все кидаются. Это вообще нормальная история. Вот адекватно зрите. Просто вот скажите свое мнение. Почему я должен бояться со своей собакой гулять, что на нас там? Я не дам в обиду моих собак. Если их укусят, я намордник сниму нахер, отпишу с поводка, чтобы он того проучил. Ну и своих никогда не пущу на чужих. Поэтому такая вот история. Вот смотрите, смелости набираться. Только уходим. Он на мусу так напал, друзья. Прям напал. Получил, но там быстро получил. Разняли. Ну, разнял. Что, мусор вцепился? За шею, за холку ему повезло. Рамончик, пари. Привет. В принципе, теперь можно Киару взять, и нам надо взять, знаете, кого еще? Как ее? Глори. На поводочке пройти с низки. Я уже спотел, но ничего, мне все равно в грязь работать. Спать уж. Почему никто не занимается дворняшками у нас? Их куча. Нельзя спать. Нельзя. Так, эти... Нельзя спать. Охренели уже. Совсем крутые стали, блядь. Чувствую себя здесь хозяевами. Нас почувствующие. Так, с Киарой этот поводок не пойдет. Там пару креплений сорвано. Так, выключим. Дедушку залюбили. Так, девочки, сегодня нельзя спать. Закроем его. Дома никого нет, я думаю, к Мусе подойдет еще. Что-то... Так, ладно. Продолжим. Сейчас снижаем. Нельзя, уйди. Уйди, нет. Уйдите. Нельзя, Киара, нет. Нельзя. Ой, бля. Подожди. Вот когда GoPro надеваю на вот этот... Ну стой, Киара, ну что ты начинаешь? Когда GoPro... Нельзя! Когда GoPro надеваю на вот эту вот... О, нет, она такая начнет вырываться. Грейс, уйди. Уйди, Грейс, уйди. Стой, не кипишу. Еще пальцами будем вырвать. Стой. Спайк, ты тоже угомонись, с тобой погуляли. Эти прогулки вечно на нервы. Нельзя, Грейс, с Киарой стой. Грейс, уйди, пожалуйста. Глори.
Опа, стой, стой. Нельзя, Грейс. Нельзя. Нельзя, Киара. Нельзя. Нельзя. Ну есть что у меня с собой наборник на всякий. Тоска. Нельзя, Киара, стой. Говори, стой. Она уже привыкла, что ездим куда-то. Уже понимает, что-то не... Стой, Киара, я же сказал, стой. Спайк, угомонись, пожалуйста, тоже. Говко. Киара. Стой, подожди, Киара, стой. Своими ногтями надо вообще часто гулять по асфальту. Пойдем. Пойдем, у меня вон пот с меня льется уж. Пойдем, пойдем. Бонита хотел сказать. Глори, пойдем. Глори, пойдем. О, начинается история. Глори, пойдем, пойдем, девочка, пойдем. Все-таки да. Хорошо, что я Глори взял сейчас. Одно дело гулять рядышком, другое уже прогулочка. Пойдем, Глори, пойдем, пойдем, пойдем. Глори, девочка, пойдем, пойдем, не бойся, пойдем. Мать, пойдем. Глори. Ладно, включимся попозже. Друзья, чтобы вы понимали, я уже весь потевший. Весь пот. Нельзя, Киара. Нельзя. Глори, пойдем, пойдем. Глори, нет. Глори, иди сюда. Да что ж ты, боже. Глори. Блин, там кошка, о, уж ходит. Глори, иди сюда. Там. Тут он им говорит, челя на поводке ходить не умеет. Боится, сейчас привык. Нельзя, Киара. Нельзя. Сейчас вот до сюда мы дошли, а на брата она уже пошла. Ты чё делать? Эй, мать. Эй, ти 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 Нельзя. Молодец, молодец. Пойдем? Ну ты жарко, Киара. Глори, пойдем. Молодец, пойдем. Пойдем, пойдем. Молодец. Обратно идут, потому что обратно домой. Вот и все. Молодец, Глори. Да ты моя свалька. Пойдем, пойдем, Глори. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем, Глори. Пойдем. Молодец. Вот, хорошо. Хорошо. Ай, умничка. Ай, Глорька, умничка. Вот так. Ну и чё ты лезешь, дурында, перепрыгиваешь заборы, а? В натуре вам по шапке никто не даёт здесь. Молодец, Глорька. Ой, ой. Молодец. Под хвост. Не знаю, видно, не видно. Насколько... О, друзья, я весь в потуше, вы понимаете? Весь потный. Молодец, пойдем. Все. Молодец, девочка поняла. Я думал, Герда так себя поведет. Это лучше. А, то же самое. На обратном пути уже идет. Потому что много звука всего. Я даже не давал им подумать, остановиться. Я просто шел. Ничего страшного. Пойдем, Глори, пойдем. Ну.
Молодцы. Нельзя идти. Здесь гавкают. Главное к нам, то есть не подходит. Молодец, Горка. Яра, куда ты лезешь? Нельзя. 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 Молодец, Горка. Вот и все. Быстро обучаем, молодцы. Я доволен с вами, собачка. Щеночка, молодцы. Пойди, пойди. Вон, загоняют все собак. Вспомнили, что у всех собаки на выгуле, в ночном были. Значит, когда пробежал сюда став, помните? Я в Телеграме публиковал, кажется. Потрепал ту собаку, кошку убил. Все нормально. А гоп подконтрольно держит. Да не, мне честно, мне на хуторе никто ничего не скажет. Слово не скажет. Они наоборот даже говорят, что нахер, отпусти, пусть задолбали они. Это я просто. Молодец, Горька. Это я просто этого не хочу. Ну, как минимум то, что психика моих собак. Ну, зачем мне драки, когда, блин, я хочу вот так гулять с ними, а не шарахаться. Уже бояться своих. Зачем? Зачем мне этот? Ну, такие питбули. Я, если бы я таких хотел, я бы боями занимался, но я же этим не занимаюсь. Мне нужны, наоборот, добрые, адекватные. Да, чтобы за себя постояли, вот так тронут. Тронут, получат. Киара, иди сюда, ну ты теперь чё, блин? Киара, иди сюда. Ты чё, гонишь? Киара, теперь ты щенок стал. Молодец, девочка, молодец. Иди, моя Сюлинска. Моя Сюлинска. Иди, моя Сюлинска. Давай. Домой, Горка. Нельзя, нельзя, нельзя. Иди домой, Киара. Так. А вам нельзя. Уйди. Нет. Глори. Домой. Давай. Домой. Молодец. Ой, все, хоры дальше. Молодцы, молодцы. 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 Все. Молодцы.